Всем привет! Вот и приехала еще одна посылка. Это дзихана. Здесь очень редкие виды. Очень редкие. Можно сказать, раритетные. Эти виды только для коллекционирования. Вроде все. Начнем. Надеюсь, мне там за пальцы никто не укусит. Здесь должны быть очень стреблогнотусы, плектроцента, мимикус. Мимикус и новомессер Коккерелли. Так, никто вроде не бегает. Плюс образцы. Так, это мои образцы. Это стреблы. Это, скорее всего, мандибулария. Это скриновый мессер и мимикус. Начнем с моих. А, не, это мандибуларис. Сразу мандибулы огромные. Посмотрите на это. Какая она красивая. Плектроцента мандибуларис из Южноафриканской Республики. Ну, секундочку. Так лучше. Расплода не вижу. Скажу, где-то примерно как филах. Ладно, потом поизучаем. Так, дальше. Это тогда точно мы... Ну-ка, я так сделаю. Есть, это мой мимикус. Мирмикокюстис мимикус. Так, две уже посмотрели. Так, начнем дальше. Здесь порезано. Он сделал разрез. Здесь мой новый мессер. Коккерелли с рабочими. Есть рабочий. Три рабочих. Так, мои есть. Теперь эти, дорогуши. О, уже смотри, слушай, нос что-то там огромный. Что-то очень огромный. Так, здесь пробка. Они огромные, слушай.
Так. Я такое, то еще мне за пальцем у них жало вроде есть. Слушай, есть трупик. Два трупа. Одна живая. Два, три трупа. Три трупа, одна живая. Здесь живая. Две живых. Так, их вроде шесть, да, было? Я не помню, здесь Гаммергат. Блин. Здесь двое живых, а здесь три трупа, одна живая. Кто выжил, чей Гаммергат, чей нет, я не знаю. Ладно. Андрей, там, где Гаммергат, три трупа. Я не знаю. Три трупа. Где два, то они живы. Че, здесь был Гаммергат. Мандибулария, все хорошо с ней. Андрей, они здоровые, я не знаю, че. Кто из них Гаммергат? Два. Здесь три трупика. Сейчас их достану. Именно трупики. Вот так можно. Вот, смотри, три достал. Че, этот большой? Че, их можно троих в одну пробирку большую, если что, я их бы покормил. Начнем с этих двоих. Так, начнем там, где два. Завтра я, когда приеду, я им побольше пробирку возьму. Так, агрессию проявляет. Они быстро бегают, чтобы потом
Давай, давай, иди туда. Так, одна зашла. Не знаю, что видно тебе. Есть. Так. Они ватку погрызли. Смотрю, чьи. Оно мокрое. Слушай, здесь Гамергат пишет. Андрей! Значит, среди них... Так, у меня просто сын сейчас в ванне. Среди них кто-то из них Гамергат. Андрей, скажи мне, этого переселять к ним? Так, продолжим. Беспокойные. Потом внимательно эту бумагу посмотрим. Они очень погрызли эту бумагу. Так, они встретились. Это посередине. А что посередине? Как говорят, обмацают друг друга. Мне кажется, это Гамергат, а то те как... Сейчас им дам желейку. Отлично, кушает. Желейка нравится всем. Вот такая с Испании. Блин, Андрей, если честно, жаль, очень жаль. Так, я сейчас еще твоему мандибуларису дам. Так, дал мандибуларису. Мой эксперт. Посмотрим, что ей понравится. Начала кушать. Я тебе ей тоже пришлю большую пробирку. Их утеплю, чем посильнее.